добрый день. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Значит, находимся мы наконец-то... Слушайте. Вот. Как вы сюда попали? У меня такой нескромный вопросик. Как вас занесло? Попали мы сюда следующим образом. Мы с Натальей выехали пораньше, то есть в 4 утра 30 минут. Ну, для того, чтобы приехать на таможню часов 7-8, ну и, соответственно, чтобы 11 быть уже, короче, на месте, заселиться и пойти на пляж, отдыхать. Подъехали мы к таможне. В принципе, ничего не предвещало ничего плохого. То есть дорога отличная. Машин практически нет. На украинскую таможню мы приехали в 10. Мы ее прошли буквально... За полчаса. Да, за полчаса. В 10.30 вы были на российской, так сказать, стороне. Да, мы приехали с ним. И сразу за таможней стали. Вот, как и на этом переезде. И двигались мы на протяжении 8 часов, почти 9 часов, в этой очереди. Непонятно, очереди. Короче, много... расстояние километр. Да. Вот этот, как она называется, блин? Ни тебе, ни мне. Да, как свободная зона. Значит. Да, короче, километр протяженностью. Машин 150. Ну, в принципе, я так понимаю, да, праздники, да, выходные. Но вот эти километр, 150 машин, мы прошли за 9,5 часов. При этом много было интересных историй, познакомились с многими людьми. Много людей поняли, что наглости хватает с головой. В основном у киевлянинов, наших столичных ребят, которые в Одессе ели поцы. Да, 100%. Но со стороны Крыма была машина с водой, всегда уже было прохладно, уже было под... Туалета нет. Да, ну хотя бы... Мусорок, да, нет. Хотя бы есть какой-то выход там в кусты. И то мы нашли, мы потом гуляли. Да, и то как бы ты идешь в туалет, но периодически от погранотрядов ты падаешь, ну прячешься по кустам, да. В кусты идешь в туалет. Да, прячешься по кустам. Но в целом, да, после того, как мы въехали на таможню, на саму российскую, в принципе, весь процесс прохода таможни, он длительный, но самая большая часть — это оформление какого-то объяснения, каких-то документов на машину, мытная декларация. То есть осмотр машины, прохождение паспортного контроля, он максимально быстрый. И в принципе, ну, я бы не сказал, что там кто-то затягивает, что-то просто... Блин, ну можно было бы это все быстрее, потому что одни ходят, курят, вторые еще где-то лазят. Да. Когда такая очередь, вообще не должны выходить никуда, набирать свои... Обычно работает три полосы на въезд, три там полосы на выезд. В данный момент работало две полосы на выезд. Сначала одна, потом вторую открыли. И пять полос получается на въезд. То и есть, вот, ну, пять полос, все равно у нас 9,5 часов. 9,5 часов, ну очень долго. Документы просто оформляют. Они сканируют на сканере, на обычном. Каждую страницу паспорта, заполняют кучу документов. При этом каждый раз при въезде, неважно, заезжал ты уже, каждый раз нужно оформлять этот документ заново. Ну, по-моему, это идиотизм. Но в целом... Короче, по нашим лицам. Я думаю, все понятно. Да, Леша, мы... покажи свое лицо. Мы сгорели. Ты видимо довольный. Ну, да. Леша доволен. После... Я тут в шоке, у меня желудок болит, мы бутерброды какие-то сраные ели. Хорошо, что мы их сделали. Потому что мы не думали, ну, часа два. Хорошо, что мы хоть что-то взяли пожрать, блин. И то на этих бутербродах желудок разболелся. А люди подготовлены с простынками, с едой, со всем, что надо. Но есть еще индивидуумы, которые не очереди хотят, так сказать, проехать. И машин 5, наверное, проехало. Но мы так, люди тормозили, спрашивали, они, мы с пропусками, мы еще с чем-то. И проезжали, на людей не сильно обращали внимание. Я номера все записал. А потом уже некоторые люди
начали машинами выезжать и переграждать дорогу. А ты уже гнался, чувак. Да, один пролетел, его не заметили. Так чувак с очереди поехал за ним. Уже там на таможне его словил, говорит, ты вообще куда? Короче. Ладно, евробляхи, да. Ну, вообще. Вот это перекрывали дорогу, столько ругались мы. Ну и время прошло быстро. Столько ругались, они там начинают давить, что у них ребенок, что им надо там, не знаю, болеет ребенок. Хотя на самом деле ребенок улыбается, лазит, ест помидоры. Короче, ну вообще отмазки вот эти, типа ребенок. Да, все хотят побыстрее. Идут к таможенникам на российскую эту таможню и говорят. У меня там ребенок, пустите меня вне очереди. Таможенники говорят, ну, я вас пускаю, идите с людьми договариваться. Ну, то есть пытаются всякими этими, хотя почти в каждой машине маленькие дети были. Бегали там, игрались, и ничего страшного, никто там не просился. Короче, вот так вот машины три мы не пустили. Да, уже перекрывали дорогу, все, очередь шла. И увидели, наверное, что уже перекрывали, потому что они с очереди просто выпрыгивают и по встречке вперед рвут. И после этого просто перестали, и вроде все пошло нормально. По прохождению таможни, в принципе, все проходит быстро, нужно доставать полностью все вещи из машины. Но провозить с собой, ну, у нас проблем не было с едой, то есть колбаса, консервы, сыр. У нас такое было, конечно, суровое мясо. Сколько машины три вернули, да? Да, были машины, которые возвращали. Не по непонятным причинам, непонятно, чё и как. Но были машины. Обидно, когда ты стоишь 7-8 часов, потом еще на таможне полностью проходишь, тебя заморачивают. Непонятно, по каким причинам. Вот. Но в целом, если не везти сырое мясо или сало, я думаю, то проблем с едой никаких не должно быть. Сейчас вот мы мчим. Покажи. Мы выехали с Армянска, мчим в Грузов. Ну, сейчас это Симферопольское, так, шоссе какое-то. Короче, степь. Да. Ничего интересного, пока никаких ощущений. И вообще настроения уже нет. Ну, есть, да, чувство усталости. Но есть кофе за 110 рублей. Американо с молоком. Фу, наглые, который... блин, эти продавщицы. Ну, да, все да. Уже разозлили на там. Ну, мы не отчаиваемся, мы пытаемся быть на позитивчике. Сейчас заедем за венцом, наконец-то. Я не хочу, даже вино мне помогло. Ну, я заеду за венцом, и все будет хорошо. Короче, встретимся в хорошем настроении. Через час.
Thank you.
дворец. Не слушай, короче, они приехали, приехали, поставили машину, значит, настоять. На инвалидную место за 300 рублей. Да, да, да.
шум прибоя. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Но расстаться нам с тобой пришлось, кончилась путевка. И вагон плацкартный меня нес в новую каховку. Не забуду ночи при луне и твою улыбку. Ты открытку подарила мне, а на той открытке яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены.